Йоу-йоу-йоу, ребята, с вами никому не нужный блог, всем peace. Что делает этот мужик? Никому не нужный блог. В сегодняшнем выпуске, как всегда, покатаемся по городу, поделаем всякие штуки, но говорить мы будем о кино. У меня есть мечта – снимать кино. И вы спросите, почему? А все очень просто. Фильм! Поэтому небольшой опрос. Напишите в комментариях один ваш любимый фильм и объясните, почему это так. Кстати, а чьи это очки? Чтобы перейти от видеосъемки к киносъемке, нужно понять такое явление, как свет. И лучшим учителем в этом вопросе будут, конечно же, фотографы. Фотографы знают про свет все. Поэтому отправляемся в студию. К профессиональному фотографу. Профессиональные фотографы выглядят вот так. Алекс В. Калинин. Этот парень нам расскажет все, как правильно настроить свет. Что самое главное в фотосессии? Сделать несколько дебильных образов. Для этого у нас есть черная рубашка классическая, белая ретро-рубашка Мамкина, отличная цыганская рубашка и шотландский килт с беретом. Одна 125-я. Так, ISO надо нам соточку. Круто настраивать свет в темноте. Да. Такого света достаточно для крутой фотки. Да? Как оно работает? В теории, да. Ну, все, что знал, рассказал. Качественные фотографии с качественным светом у крутых фотографов. Я всегда поражался, как фотографы работают с выдержкой. Потому что выдержка – это время. И в видеосъемке время, оно осязаемо, а в фотографии его надо как-то спрогнозировать, простроить у себя как идею. Как-то в Инстаграме кидал клич фотографам, чтобы они приглашали на свои съемки, а я позадавал вопросы на камеру. Так что, если кому-то это интересно, пожалуйста, напишите в личку или в комментарии. Студия – прекрасное упражнение, инструмент для того, чтобы постичь свет. И у нас есть одна огромная бесплатная студия. Вот это. Ту-ту-ту-ту-ду-ду-ту-д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 у-